Красный берег, Жлобинский район. Мемориал-памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны. Красный берег – это агрогородок и станция на железнодорожной линии Бобруйск-Жлобин. Во время Великой Отечественной войны с 5 июля 1941 года по 25 июня 1944 года Красный берег был в нацистской оккупации. В это время здесь действовал детский донорский концлагерь, в котором находилось почти 2000 белорусских детей. Их держали в лагере для переливания крови раненым немецким солдатам. Теперь на этом месте, от Солнечной площади в Яблоневый сад, расходятся 7 лучей дорожек. Семь солнечных дней недели в жизни ребенка, каждый из которых должен быть счастливым и радостным. Но этот мемориал установлен в память о детях, которые прошли по 8-му, траурному лучу, чтобы попасть на Золотую площадь. Коллектив авторов этого монумента был удостоен государственной премии. А для его руководителя, Леонида Менделеевича Левина, создание памятника было личной болью и памятью. Война, которая прошла через его жизнь и сердце, она не была громкой. Война началась, ему было 4 года и 11 месяцев. Он говорил о том, что памятники есть всем – военачальникам, солдатам. Памятника детям не было до сих пор. Кстати, не только в Беларуси, но и во всем мире. Идея монумента возникла в 80-е годы 20 века. Реализация началась в 90-е, и потом на 10 лет остановилась из-за проблем с финансированием. Материалы лежали под открытым небом, все поросло бурьяном. Честно говоря, в какой-то момент у меня уже и руки опустились. Памятник детям, жертвам Великой Отечественной войны – это памятник не только узникам концлагеря в агрогородке Красный берег. Это напоминание нам всем о тех детях, у которых война отняла детство. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет. Моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. Создание такого мемориала было делом чести многих людей. Строители делали объект, всегда говорили, будет что показать детям. То есть я могу привести своих детей и сказать, вот этот объект, я работал на этом объекте. Это очень важно. Мой хороший знакомый из Германии дал 50 тысяч марок на площадь Солнца. Мемориал-памятник детям, жертвам Великой Отечественной войны, был торжественно открыт в 2007 году. Хоть он о войне, он о жизни. О жизни детей, о жизни тех, кого это коснулось. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить.